Всем приятной жизни, с вами Психиатр, и мы продолжаем играть в Plants vs. Zombies 2. Так, давно я... Да блин, раньше времени закрыл. Давно я не заходил. Да блин, чё я... Это... Всё? Вот, теперь точно всё. Так, давайте здесь сыграем в Пинату Пати. Я, по-моему, пару раз пытался сыграть. Не помню, записывал я это или нет. Какая-то лажа у меня получалась. Тут, короче, какой-то баг присутствует. Я так понял. Вот. Некоторые зомби в конце не убиваются. В общем, они меня проходили. И прожирали. Вот. А один раз я, по-моему... Ой, такая это... Бля, тут какие-то эти динозавры были. Слушайте, ну если тут будет такой же баг с неубиваемыми зомбами, то фигово. Так, такую я уже не встречал. Ну чё такое? Что это делает? Слушайте, я не понял, что это делает. Слушай, я этот динозавр-то... А, я все, все, я в дупле. Блин, не стоит. Да. Да я не то это посадил. Ой, какой тут кто-то близ. И что мне с ним делать? Ой, он... Блин. Так, давайте продолжим. В чем остановились? Так, давай отсюда. Блин, давайте магнит что ли посадим, что он там? Это штука. О, нет. Так, магнит. Блин, чё они ничего не дают-то? Ой, кстати, вон тут. Блин, всё подвисает. Вообще не надо. О, чё, блин. Чё, зомбов пошёл? Всё висит. Так, пока я не буду тратить. Мало ли там еще что-то. Так, ну давай, там это. Дело такое дело. Так, давайте уходим. Блин, ну ты стрелять-то будешь? Чё такое? Чё происходит? Слушайте, я не знаю, что там это. Что все творят? Какая-то булочка играет, и они не ходят, короче. Блин,
Блин, да твою мать. Куда ты прёшь? Ну! Так. Ну, давайте так вот сделаем. Что-то. Хары там танцевать, блин. Так, ну походу мы победили, если только вот этот зомб не убиваем. Хоть шапку с него сняли. Блин, ну походу этот зомб, короче, это... Глючный опять. Не, ну чё за фигня? Блин, может его выкинуть вообще оттуда? Его туда нельзя выкинуть. Блин, может вот эти цветочки мешают. Я не знаю, что здесь творится. Как с ней бороться? Выкинуть туда не получается. Он не убивается. Слушайте, ну ребят, ну так мы не делаем. Блин, ну раньше вроде бы можно было активировать газонокосилку, почему сейчас его нельзя сделать? Какого хрена? Блин, я вот думаю, может быть потратить это. Есть шанс, что я там получу что-нибудь. Ну, давайте. Блин, а нафиг я снежинку потратил, надо же было. Ой, короче, ладно. Что сделано, что то сделано. Я просто сейчас надеюсь, что... Ну, блин, ну нафига я потратил? Выпала фигня, даже не купил. Ну, твою мать, короче. Блин, вот бесит. Так, я помню, мы тут пробовали пройти 12 уровень, у нас в прошлый раз не получилось. Я точно помню. Так, давайте сюда посадим. Буду играть на ускоренном режиме. Аж комментировать ничего не буду. В принципе, и так все понятно. Единственное, что я понял, что нужно вот эти электрички сажать вот на эти пустые места. Это я точно понял. Так, теперь наверх. Блин, надо было вот это тратить, да. Когда вы хотя бы 100 монет купили. Так, я в минус все остался после этой пенатки. Блин, ну бесит эти баги. Честно. Так, теперь внизу. Давай. Блин, я надеюсь, она справится. Ну, замечательно. Так, ну давайте вот так, например. Так, тут вот так вот сделать. Замечательно.
Так, ты должна справиться. Так, вот один готов. Вот второй готов. Блин, ты можешь вот так вот так, что-то я вижу. Они не справляются. Вот. Так, давайте вот сюда, наверное. Блин, не знаю, получится ли вот это вытащить. Тут, в принципе, две электрички должны справиться. Так, замечательно, нам, кстати, кристалл дали. Так. Нормально. Так, ну я предлагаю вот сюда посадить. Так, замечательно. И сейчас финальная волна. Да, вот я помню, вот тут вот, по-моему, у нас не получилось. По-моему, внизу прошел дом, поэтому я посажу именно вниз. Вот так. Так, давайте я вот так вот даже сделаю. Блин, что за лаг? Что, теперь наверху, что ли? Блин. Что за фигня? Ну. О, замечательно. После последнем вздохе. Но мы сделали это, нам дали арбузик. Супер. Так, давайте сюда зайдем. Сейчас нам еще что-нибудь дадут. Так, замечательно. Там нам голдушку еще дали. Немножко. Кстати. Так. Я тут, кстати, пересадил. Если вы помните, здесь был этот обычный горох стрел. Ой, не понравился он мне, короче. Решил посадить пушечку. Она получше бы была. Наверное. Так, давайте посмотрим 13 уровень. Так, ну так-то я так понимаю, нам тут сейчас попробовать. Странно, я думал, нам дадут арбузик попробовать. Ну как, по автомату. Ну да ладно. Так, тут эти летуны, кстати, есть. Ля, а почему мы это пропустили, а? Как-то странно. Так, ну ладно. Так, ну тут нам нужен арбуз.
стопудово. Я думаю, простые колючки можно взять. Так, что еще? Что у нас будет атакующим? Вот эту, наверное, хрень. Так. Не знаю, брать ли мне электрички или что-нибудь другое. Так, давайте вот это возьмем. Для начала. Заморозка не помешает. Так вот, еще что-нибудь может такое. Блин. Ну давайте попробуем начать с арбуза. А, слушайте, арбуз сюда, наверное, сажать на эти две клетки. Чтоб все пошло. Так, ну давайте посмотрим, что выйдет, то выйдет. Будем этих всячески тормозить. Так, замечательно. Ну, одно солнце. Блин, с неба быстрее дождешься, чем от них. Так. Блин, им вообще не дают ничего. О, пошло дело. Так, нам надо еще 100. Ну, еще солнышко одно. Я арбуз посажу. Так. Посадили мы первый арбузик. Кажется, это неплохо. Так, давай, давай. Давайте еще один посадим. Чтобы у нас вот так вот было. Так. Давайте вот так вот усиливать как-то. Так, тут вот чуваки жесткие идут. Блин, я понял, что я не взял. Стенорех я не взял. Блин, чувак еще там прилетел. Ой, ребятушки. Так, дайте я вот так вот сделаю. Ты не жри. Так, дайте бустим. Так, найти так. Пена так. А, ну еще. Блин, там еще этот скачет. Тихо. Так, значит. Блин, ну арбуз, ну где этого чувака-то? Ну что ты? Блин, какая-то лажа. Ели ты, куда еще там? Блин, что-то как-то не идет сегодня.
Повезло мне. Чё вот это такое? Почему газонокосилки нельзя теперь запускать? Что за влажно? Раньше можно было же. Там эти ненормальные еще пожирают. Ты стой еще. Поехали. Блин, ну мы, короче, надо продуем. Наверное, правильно, конечно, с ними арбуз убить. Он еще прожирает. Он уже довольно силки поехали. Так, ну все, пускай доедают тогда уж. Вообще, ладно, я тогда на этом, пожалуй, этот выпуск закончу. Большое вам спасибо за то, что посмотрели. Подписывайтесь на канал, получайте удовольствие от жизни. С вами был психиатр.